Тема педагогической конференции – развитие системы образования Новосибирской области. Новые вызовы, новые требования, новая ответственность. В ее рамках уже состоялись мероприятия по темам – воспитание подрастающего поколения, дошкольное, общее и дополнительное образование. Нами реализуется стратегия и программа развития системы образования города Бирска, основная цель которой – обеспечение соответствия качества образования в образовательных организациях федеральному государственному образовательному стандарту, требованиям национального проекта образования, запросам населения и перспективным задачам социально-экономического и культурного развития города Бирска. Иными словами, обеспечить возможность ребенку раскрыть себя как можно полнее. В этом учебном году в школах будут учиться 14 800 детей. Более 1500 из них – это первоклассники. Немаловажную роль в профориентации детей играет дополнительное образование. За последние годы в Бирске удалось создать порядка 1500 доп. Образования.